Еще только начинает светать, а любители полетов на воздушных шарах уже полны энтузиазма. Вскоре их летательные аппараты поднимутся в небо над Канберрой. В столице Австралии начался ежегодный фестиваль аэростатов. Он продлится целую неделю. Это удовольствие, это весело. В конце достается шампанское. Я отчасти всегда жду именно этого. Но эта команда готова запускать в небо свой шар при любых условиях, даже если никаких угощений не будет. Полеты на воздушных шарах — это восторг, отдых. Это очень весело. Встречаешь удивительных людей, получаешь уникальную возможность путешествовать по всему миру. Впрочем, большинство тех, кто участвует в подготовке шара, после старта остаются на земле. Наша работа — постараться оставаться под воздушным шаром на случай любой непредвиденной ситуации. Мы едем, смотрим, куда они летят, пытаемся угадать, где приземляться. Похоже на спорт. Управлять воздушным шаром можно только в двух направлениях – вверх или вниз. А вот задать ему курс невозможно. Именно благодаря этому многие так любят этот вид развлечений. Я управляю, используя потоки воздуха. Самим аэростатом управлять нельзя, но можно его поместить в нужный поток воздуха. Самое опасное – приземление. В идеале ищешь футбольное поле, какую-то площадку, чтобы не было помех. У нас ведь новый шар, красивый, зеленый и мягкий. Но идеальные условия складываются не всегда. Сегодня садиться пришлось на автомобильную парковку.